вот на улице этой, в том самом доме, чей фасад покосился и давно обветшал, в непонятно каком временном изломе жил себе человек и кого-то ждал. Все забыли давно о той странной связи, кто кого и когда навсегда потерял. Дождь чертил по окну причудливой вязью: «Жди меня, человек», и он преданно ждал. Не писал никому человек длинных писем, просто молча стоял и смотрел из окна. Прислонившись к стеклу, он разглядывал листья, думал, где-то стоит и скучает она. И своею надеждой он очень гордился. Вот вернется она, спросит строго: «Не ждал?» Скажет он: «Посмотри, как я ждать научился. Все не ждали уже, а я ждал, тебя ждал». Мыслям светлым своим человек улыбался, ставил чайник, пил чай и ложился спать. Спал спокойно, и снилось, что он оставался у окна потемневшего так же ждать. Иногда он гулял вдоль песчаного плеса, думал, как она там, на чужих берегах. Был похож человек на бездомного песу, той щемящей тоской утонувший в глазах.